Итак, коллеги, начинаем нашу заключительную стадию. У нас предложение. Сейчас мы заслушаем сообщение о итогах работы секций. От каждого из докладчиков будет такое сообщение. Даже если на секциях выносились какие-то противоречивые суждения, их тоже имеет смысл, наверное, обозначить. После этого это в режиме, например, там порядка там 7 минут сообщения, 7-10 минут. И после этого вопросы, ваши суждения, обсуждение материалов, доложенных нам. Таким образом, у нас будет 6 докладов по 20 минут. Если берем, то мы как раз ровно уложимся в регламент 2 часа. Ну, я думаю, может быть, даже немножко подинамичнее. И еще у нас должны быть какие-то предложения в решении конференции. Если они сделаны в группе, то они будут озвучены, наверное, спикером группы, руководителем. Если у вас есть какие-то предложения в проект решения конференции, просьба высказываться с тем, чтобы мы могли после этого это все обобщить и вот с этим составом как-то оформить в единый документ. У меня все, все объявления. Пожалуйста, Андрей Владимирович Поздерин, выступать группа, секция номер один, проблемы и перспективы развития традиционной энергетики. Уважаемые коллеги, наша секция работала достаточно эффективно, больше 2 часов. Было несколько выступлений и возникла дискуссия в ходе работы сессии. Секции. Проблематика секции была обозначена как проблемы и перспективы развития традиционной энергетики. В перерывчик мы смогли подготовить маленькую презентацию. И первый слайд, он позволяет чуть-чуть систематизировать проблемы для традиционной большой энергетики, которые можно свести к структурным проблемам, к проблемам технологическим и экономическим проблемам. И вот следует тогда перейти к следующему слайду. Это структурные проблемы традиционной энергетики. В ходе дискуссии, в ходе обсуждений одна из главных проблем, она была связана с тем, что в результате реформ у нас появилось большое число частных энергокомпаний. У каждой такой энергокомпании, естественно, свои интересы, в том числе финансовые. Особенно большое число энергокомпаний возникло в электросетевом комплексе, порядка 117 штук их существует сейчас на территории области. И при этом существующая модель рынка электроэнергии и оптового рынка, и розничного рынка, она несовершенна и заставляет даже некоторых потребителей отказываться, буквально было сказано, от этой энергетики. И одна из основных причин – это высокие уровни конечных тарифов. Следующий момент связан с тем, что стратегия развития отдельных энергокомпаний слабо координируется и приводит к несистемному развитию энергетики. Год назад на подобной конференции я говорил, что у нас в рамках кафедры, в рамках университета даже был разработан курс «Оптимальные модели развития энергосистем», в основе которой как раз лежит, в основе этого курса как раз лежит системный подход к развитию энергетики. Но это все было верно, когда у нас существовало единое государство, планирование существовало. Сейчас эти вопросы уже проблемными становятся. И при этом отсутствует единый координирующий орган для развития энергетики. Называлось тут системный оператор, но, видимо, он не в полной мере может эту функцию осуществлять. Следующий момент. Структурная проблема – это неравномерное развитие энергетики в разных районах области, ее чрезмерная централизация. Особенно тут приводился пример по восточному энергоузлу, когда у нас предполагается, что в рамках этого энергоузла в перспективе может быть 7500 мегаватт, а даже может быть и больше установленная мощность. Большая зависимость энергетики области от поставляемых топливных ресурсов. Но это всем прекрасно известно. Это проблема, да, важная.
Можно перейти к следующему слайду, который касается технологических проблем традиционной энергетики. Понятно, что высокая доля изношенности основных фондов приводит к высокой аварийности, соответственно, и колоссальной проблемой в настоящее время является. Далее, это использование устаревших технологий при производстве и транспорте электроэнергии и трудность внедрения, соответственно, передовых новых технологий. И в пленарном докладе выступал профессор кафедры Бартоломей Петр Иванович, который говорил, что существует угроза потери и технологического суверенитета страны. В настоящее время мы импортируем передовое оборудование, технологии. Возникает проблема обслуживания этого оборудования, управления этим оборудованием. И как бы мы в условиях кризиса системы высшего образования не перешли к необходимости и импорта мозгов. Низкие показатели энергоэффективности при производстве и транспорте электрической энергии. Но тут, наверное, известна проблема потерь, которая возникает, особенно проблема коммерческих потерь в электроэнергии, проблема хищения электроэнергии, тоже колоссальная проблема, которая подрывает экономику энергоснабжающих организаций, электросетевых организаций, так как они несут ответственность за эти потери. И при этом существует отсутствие опыта проектирования и эксплуатации энергообъектов на основе инновационных технологий. Все еще в настоящее время мы закладываем проектные решения на основе наших старых традиционных подходов. В основном эти подходы связаны с развитием традиционной, как мы это сейчас называем, централизованной энергетики. Следующий слайд, пожалуйста. Он касается уже экономических проблем традиционной энергетики. Понятная проблема – низкая привлекательность энергетики как отрасли для инвестиций. В сфере генерации здесь вкладываются средства частных инвесторов, а в сфере электросетевого комплекса, который находится, по сути дела, под тарифным регулированием государства, привлекательность для инвестиций, для частных инвестиций, она практически отсутствует, потому что государство регулирует и определяет уровни на тарифы электроэнергии, на тарифы на транспорт электроэнергии. Недостаток средств для устранения высокой степени износа производственных фондов. То есть денег на это просто не хватает. И по сути дела, мы исходим из политики в настоящее время затыкания брешей, устранения наиболее слабых мест. А системного развития пока в этой части есть, конечно, но слабо наблюдается. Экономическая проблема также связана с высокими уровнями тарифов на производство и транспорт электроэнергии, особенно для энергоемких потребителей. Вот, допустим, алюминиевая отрасль, гигант по электропотреблению нашей области, Богословский алюминиевый завод, для которого уровень тарифов в настоящее время становится уже критическим, и завод не может быть конкурентоспособным даже по отношению к некоторым европейским аналогичным производствам. И, соответственно, хозяева планируют закрытие этого завода. Низкая мотивация для снижения издержек на транспорт электроэнергии, нерентабельность распределительных сетей в районах с низкой плотностью потребления. Такие районы приводят к существенному повышению тарифов для всего остального и населения, и промышленности на территории области. Как один из примеров, то, что Демидовская ТЭЦ мощностью 2000 мегаватт в настоящее время не обоснована и не востребована. Вот такие проблемы существуют в традиционной энергетике. Пожалуйста, следующий слайд. Он касается уже перспектив развития традиционной энергетики. В части генерации это расширение Белоярской атомной станции, установка блоков 880-1200 мегаватт и доведение ее до мощности 3000, больше 3000 мегаватт, модернизация Рефтинской ГРЭС, увеличение ее мощности и создание такого мощного
энергоузла генерации в восточном районе Свердловской области на территории восточных электрических сетей. Модернизация действующих электростанций за счет применения парогазовых установок от станции, здесь перечислены, и строительство Демидовской ТЭЦ на 2000 мегаватт. В планах пока все это имеется. Далее, пожалуйста, следующий слайд. Проблемы большой энергетики, да, мы, так как тема у нас все-таки распределенная энергетика, в связи с развитием распределенной энергетики, какие проблемы распределенная энергетика может для большой энергетики внести? Для электростанций, конечно же, это снижение загрузки электростанций за счет того, что часть потребителей возьмет на себя распределенная малая энергетика и, соответственно, ухудшение их финансового положения. Для большая проблема возникает для диспетчеров в связи с появлением распределенной энергетики. Распределенная энергетика, это станции, которые, как правило, не находятся под системами централизованного планирования заранее, когда это все осуществляется, графиков и режимов их работы. Потому что смысл этой распределенной энергетики именно с этим связан. Если мы на станции малой мощности повесим системы телеуправления и теледиспетчеризации, так у них стоимость просто будет выше даже, чем у традиционных электростанций. А для диспетчеров это представляет существенную проблему. Когда критически увеличивается доля такой распределенной энергетики, особенно за счет возобновляемых источников, которые вырабатывают мощность под действием солнца, ветра, то и резко переменная у них получается генерация. Проблемы, конечно, уже существенные. И обзор международных публикаций по этой тематике, он говорит, что проблема есть, проблема научная. Ну и для сетевых компаний появление распределенной генерации – это также снижение объемов транспортируемой электрической энергии, ухудшение их финансового положения. Потому что многие потребители, устанавливая себе за своим забором собственную малую распределенную энергетику, по сути дела, практически покрывают свое потребление, а сеть, энергосистему рассматривают больше как резервный источник. Объемы платы за это, видимо, нужно тоже каким-то образом определять как плата за надежность, как плата за резервирование, но пока в нашем законодательстве это, по сути дела, отсутствует. Следующий слайд, пожалуйста. Последний, по сути дела, слайд, он связан с предложениями по развитию традиционной энергетики. В секции у нас эти предложения, эти мнения все озвучивались. Я, в общем, здесь выступаю как в некоторой степени передаточное звено тех высказываний, которые у нас прозвучали, может быть, и не всегда с ними согласен. Это вот один из первых пунктов, это максимальная диверсификация топливного баланса Свердловской области. Звучало такое мнение в рамках секции о том, что широкое использование газа при выработке электроэнергии может являться угрозой для надежности и для по сути дела, для системной надежности нашей энергетики при отсутствии газа в трубе, когда у нас основная доля энергии и тепла вырабатывается за счет сжигания газа, особенно в зимний период, у нас, конечно, могут возникнуть громадные потери. Но, тем не менее, тут и другие мнения звучали, что европейские страны практически от угля отказываются. Тюменская область тоже на 100% все свои потребности обеспечивает за счет сжигания газа. Следующее – освоение новых технологий резервирования и топливообеспечения. Это сжиженный газ и подземные хранилища газа. Это тоже в рамках первого пункта соответствует ему. Далее, следующее предложение сводилось к необходимости государственной поддержки развития энергетики, особенно на возобновляемых источниках. Это уже распределенная энергетика.
Развитие распределенной энергетики должно развиваться на основе развития локальных теплоисточников с когенерационной электроэнергией. То есть, по сути дела, традиционная энергетика – это не только электричество, это тепло, и в этой части разорвать тепло и электроэнергию практически невозможно. Мы должны снабжать теплом наши города и поселки, соответственно. Для ТГК-9, как здесь указывалось, 2/3 реализации идет за счет продажи тепловой электроэнергии, тепловой энергии, а электричество только 1/3 составляет. Ну и крест Баркина заставляет задуматься. Развитие распределенной энергетики неизбежно, но необходима при этом федеральная поддержка. Крест Баркина — это, по сути дела, кривые, которые показывают, что в разрезе времени стоимость традиционных энергии, традиционной энергетики, большой, централизованной, будет расти в связи с увеличением инфраструктуры в сети и в теплоснабжение, а стоимость за счет совершенствования технологий распределенной генерации будет постепенно снижаться. И мы либо уже близко к точке пересечения, либо в ближайшее время эту точку пройдем. Вот, по сути дела, кратко, если говорить, то это итоги работы нашей секции. Пожалуйста, вопросы к Андрею Владимировичу. Суждения какие-то? Спасибо тогда. Можно один вопросик? Да, вопросик есть. Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот какие вы бы, ну, хотя бы кратко назвали возможные направления федеральной поддержки развития распределенной энергетики по последнему пункту? Ну вот так сходу достаточно сложно ответить на этот вопрос. Тут, наверное, есть зарубежный опыт в этой части. Имеется в виду, что во многих западных развитых странах, особенно в европейских, существуют экономические формы поддержки тех экологически чистых возобновляемых источников энергии, которые, ну, просто улучшают нашу экологию. То есть на начальных этапах развития, допустим, такой вид получения энергии, как солнечные батареи, является достаточно дорогим. Да? И вот тут в пленарной части приводился пример, что если вы устанавливаете на крыше своего дома солнечные батареи, если у вас в доме есть аккумуляторные батареи, инверторные батареи, и вы выдаете в сеть электроэнергию, то получается выдача в сеть, вы получаете дополнительную выгоду, и тариф на выдачу больше, чем тариф на покупку из сети. То есть это вот прямая поддержка вот таких возобновляемых источников. Но, видимо, тоже может касаться и ветроустановок, особенно для нашей страны, когда доля вот такой возобновляемой энергетики, ну, практически ее можно оценить близкой к нулю. Видимо, другие какие-то способы экономического стимулирования, инвестирования, там, в том числе льготные банковские кредиты, это все должно разрабатывать и осуществлять государство. Пожалуйста. Вы сказали, что одной из федеральных поддержек может быть продажа электроэнергии на возобновляемых источниках генерации в сеть дороже, чем получается потребление. Но вот эту разницу ведь, скорее всего, оплачивать будет промышленность. И сейчас на данный момент перекрестное субсидирование очень большое. Тогда оно будет еще больше. И как выживать промышленности, непонятно тогда. Ну, я вот, к сожалению, не экономист и не смогу ответить на этот вопрос. А микрофон, пожалуйста, Петр Ильич, пожалуйста. Алексей Евгеньевич, мне кажется, вот там была последняя необоснованность строительства Демидовской ГРЭС. Надо убирать, потому что, во-первых, она не 2 миллиона, а максимум на ней 2 блока по 660 мегаватт. Во-вторых, необоснованность, откуда вы взяли? Дело в том, Не ко мне вопрос, Петр Ильич. А кому?
Анатолий Леонидович Мызин высказал эту фразу, мы ее просто записали. Нельзя записывать. Хотя мнения могли разойтись. Записать, потому что это, а 2000 это в генсхеме? Не знаю. В генсхеме 2000. Знаю, что мы, значит, чем занимаемся, и повторяю, значит, она обоснована. Один из вариантов, мы еще не закончили, что делать, как увязать Верхний Тагил со старым угольным оборудованием, с достаточно тяжелой экологией в зоне, значит, Верхнего Тагила. То есть она обоснована, ее пока никто не говорит, что ее собираются строить. И, то есть, необоснованно, мне кажется, хозяин придет, чего, ребята, как необоснованно. Поэтому, мне кажется, это не очень этично так писать. Петр Борисович, я тоже могу вот такую цифру, извините, перебил, озвучить о том, что примерно на уровне 2020 года после реконструкции всех наших станций у нас баланс в области с точки зрения генерации должен быть достаточно избыточный. То есть если вот все, что по генплану будет введено и модернизировано, особенно Белоярская станция, то у нас примерно в районе 12-13 гигаватт будет установленная мощность на территории области. Какова потребность будет, но пока сказать трудно, но избыток получится колоссальный. То есть он может появиться на уровне 5-6 тысяч мегаватт. Вот такой избыток на территории области. Спасибо. Еще есть суждения, пожалуйста, или вопросы? Пожалуйста. Микрофон только передайте, пожалуйста, вот сюда. На мой взгляд, предыдущий слайд противоречит настоящему. Там, где говорится, что ухудшение сетевых, финансового положения сетевых компаний за счет того, что, значит, я поставлю себя за забором, значит, свою собственную электроустановку какую-то, да, генератор, и буду сама себя обеспечивать электроэнергией, а для сетевиков это будут потери финансовые. И вы предлагаете, что, значит, ввести некую плату, как одно из решений, некую плату за, так сказать, резервирование. Ну, во-первых, мы в любом случае, подключая дом, и так платим за подключение к электроэнергии. Неважно, буду я ее пользоваться, я в любом случае заплачу деньги. Это раз. Во-вторых, когда вы потом говорите, что в качестве меры поддержки на федеральном уровне, если у меня будет переизбыток электроэнергии, я буду сбрасывать ее в сеть, вы мне будете ее покупать. Тогда смысл вот предложения платы за резервирование противоречит слайды друг другу. Спасибо. Я прошу только представляться. Вдовина Ирина Александровна, агентство содействия регионального развития, заместитель директора. Тут, скорее всего, имелось в виду о том, что потребители уже в настоящее время у себя устанавливают собственную генерацию. И при этом потребление сети уменьшается. Согласна. Оно и будет уменьшаться. Естественно. И плата за транспорт электроэнергии тоже уменьшается. Естественно. Но сети существуют в том объеме, в котором они до этого существовали. Значит, получается, тот потребитель, который установил себе генерацию, он платит меньше, но объем денег, который необходим для покрытия функционирования всех издержек сетевого энергообъекта, ложится на других потребителей. А разве не за счет тех денег, которые я заплачу, я утрирую, да, я заплачу за подключение своего дома к сетям электроснабжения, разве эти деньги пойдут не на поддержание сетевого комплекса? Так это разные вещи. Это разные вещи. То есть плата за подключение – это единовременная плата. Я подключу, но я в любом случае буду иметь свой собственный источник электроэнергии. Я не буду пользоваться, но я все равно буду держать для себя в качестве резерва возможность подключиться. Но платить не буду. Да. Не факт. Мы знаем, что на Урале, допустим, солнечных дней в году не меньше, чем в той же Австрии, которая активно использует солнечную электроэнергетику, но зимой там все равно возникают проблемы. Я думаю, что у нас тоже в летний период будет где-то переизбыток, а в зимний период наверняка будем пользоваться и будем платить. Тогда можно представить... Сетевикам платить будете? Куда деваться? Буду. Зимой. Тогда, получается, эта плата уже не за транспорт, а за обеспечение надежности, за резервирование, по сути дела. Если представить крайнюю ситуацию, что все потребители установили у себя установки малой распределенной генерации и себя обеспечивают, вопрос, им нужна сеть, а сеть нужно поддерживать,
чтобы она функционировала, заработную плату, все издержки. То есть все равно деньги, по сути дела, в том же объеме понадобятся. Хотя сеть и не загружена. Сеть становится менее загруженной, но затраты на ее эксплуатацию... Мы, грубо говоря, мы будем просто перекладывать деньги из одного кармана в другой. Вот здесь я заплачу за поддержание, за резервирование, а там дальше я от государства получу за то, что введу в работу собственный источник электроэнергии. Смысл где? Логика где? Логика в кармане. Да, понятно. Конечно. В чьем, да? Да, в вашем. Государство, видимо, должно поддерживать те виды выработки, которые оно считает целесообразным. Это в первую очередь, наверное, возобновляемая все-таки экологически чистая энергетика. Да? А если какое-то предприятие у себя просто снижает потребление сети за счет установок, то тут-то зачем? Государство не должно, я думаю, это отдельная тема для длительной дискуссии. Да. И спасибо за эту тему. Да, здесь представители малой энергетики. Мне кажется, этот вопрос пока еще не отрегулирован. Да, я занят на конференции. Ну вот вы знаете, как платеж-то идет? Может, они каждый месяц платят, как тариф такой? Да куда бы надо платить? Если не потребляют, то не платят. Петр Борисович, вот Уральский федеральный университет, у него на балансе... На балансе Уральского федерального университета находятся сети, примерно это 10% всего города Екатеринбурга. Есть котлотурбинный цех. В этом котлотурбинном цехе установлен агрегат, который работает параллельно с сетью мощностью 750 кВт. Он просто работает и все, и ни за что не платит. То есть он покрывает часть нагрузки. То есть, по сути дела, еще... платы особо сейчас нет. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Сергей Гусев, Урал-Унин. У меня вопрос такой. То есть на данной общей конференции, и вот в первой секции, мы рассматривали распределенную энергетику и распределенную генерацию как способ выхода из той ситуации, что сложился как бы тупик развития большой энергетики. И у меня вопрос заключается в том, может быть, выход из этой ситуации не применение какой-то другой совершенно методики, а просто исправление существующей ситуации посредством изменения, допустим, рыночных механизмов. Вот была затронута очень интересная тема в конце последним оратором о том, что имело ли вообще смысл вводить рынок, или там адекватна ли его модель. То есть возможно, что спасение, так сказать, электроэнергетики все-таки не в распределенной энергетике, в основном, а все-таки в изменении механизмов существующих и исправлении их. Я, безусловно, с этим согласен. И развитие распределенной энергетики панацеей не является. На секции у нас также звучал тезис о том, что, может быть, и не совсем правильно делить энергетику на большую, традиционную или централизованную и распределенную энергетику. Звучал тезис о том, что вообще развивать нужно энергетику, которая наиболее эффективна, то есть эффективную энергетику. А повышение эффективности энергетики, это мое убеждение, оно связано со многими направлениями, в том числе и направления, связанные с совершенствованием моделей функционирования рынков электроэнергии. Есть целая теория по поводу функционирования рынков электроэнергетики, автор ее Стофт, но и все еще в мире оптимальных рецептов, как эти рынки и оптовые, и розничные должны функционировать, их пока не найдено. И это действительно является большой проблемой. У каждой страны, а тем более у нашей с такой территорией, с таким климатом, тут, видимо, может быть множество подходов и какой-то специфичный путь. Конечно, совершенствовать рынки надо, но я все-таки считаю, что большая или централизованная энергетика, она все равно никогда не умрет,
и она будет функционировать. Она будет функционировать. Просто речь, наверное, идет о правильном поиске и соотношении темпов развития вот этой малой энергетики и насколько и в какой пропорции и в какой динамике в разрезе, ну, во временном разрезе, она, видимо, должна вытеснять энергетику большую. Ну, вот примерно такое мое видение. А есть еще вопросы? Нет. Спасибо, Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, секундочку еще. Я просил бы каждого выступающего в конце, если есть такие предложения в проект решения конференции, их озвучить или потом впоследствии передать тоже в редакционную группу. Есть какие-то соображения здесь? Ну вот так сходу, наверное, нет. Я попробую это сделать пока. Спасибо. Спасибо. Олег Олегович Жабин. Генеральный директор ГУПСО «Облкоммунэнерго», группа «Распределенная энергетика». Олег Олегович, можно я еще вставлю? Впечатление возникло. Во-первых, спасибо вам большое за то, что вы задаете вопросы и за то, что вот ставите такие темы, которые ну, сегодня не уместимы, да, но они же важны, и, наверное, дальше с ними надо как-то работать. Проблема резервирования, которая была обозначена, проблема обоснованности станции. Мне кажется, это очень важно, это тоже надо как-то фиксировать. И вот последняя реплика вот ваша была по поводу, мне кажется, по поводу оптимизации, я бы так назвал, оптимизация или повышение эффективности. Ведь оптимизировать развитие энергетики можно по разным основаниям, и они, главное, что существуют разные, экономические, технические, а экологические, например, социальные, они еще ведь и разнородные. Поэтому мне кажется, что мы сейчас обсуждаем очень сложную задачу. Ее нельзя вот однолинейно. И расхождение мнений здесь даже скорее полезны, чем вредны. И в том числе и обоснованность Демидовской ТЭС, например. С какой-то стороны она обоснована, с какой-то нет. Этот процесс, наверное, надо тоже имеет смысл продолжать. У меня вот был пример. Вот на интеллектуальной игре мы, я это доложил сегодня, предложили затолкать под Екатеринбург 4 подземных атомных станции. Как бы для фантазии. Но на самом деле, конечно, это была шутка, мы от нее отказываемся, нас раскритиковали на секции. Но с другой стороны, я сегодня ехал и задыхался. У нас штормовая ситуация в Екатеринбурге, когда нету ветра. Трое суток нету ветра и дышать нечем. То есть вообще-то экологическая это проблема. Да, мы подземных станций строить не будем, но дышать-то чем-то надо. У нас было другое предложение ввести стимулы про развитие электромобилей в городе и, наоборот, антистимулы про автомобилям, чтобы их было как можно меньше. Постепенно выдавливать автомобили, а то задохнемся. Это просто к примеру. Поэтому, мне кажется, любые суждения, любые вопросы здесь скорее полезны, чем вредны. Поэтому давайте не сделать запретов на какие-то как бы дурацкие идеи. Спасибо. Добрый день. Несмотря на то, что у нас тема доклада отличается серьезно от предыдущего доклада, фактически все те вопросы, которые мы рассматривали, они очень созвучны. Также рассматривались вопросы и что будет с традиционной энергетикой, если будет развиваться активно распределенная энергетика, да? Что будет, как будут регулироваться вопросы ценообразования, как это повлияет на экономику предприятий сетевых и генерирующих. Ну и вот так далее. Пришли примерно к тем же выводам, что вот на сегодняшний день законодательство, оно не отрегулировано, и поэтому, пользуясь как бы вот этими пробелами в законодательстве, кто-то достигает некого экономического эффекта. А если подходить к этому вопросу серьезно, системно, и действительно соблюдать все требования влияния, значит, вот этих новых объектов распределенной энергетики на в целом систему, то окажется, что порой киловатт он будет дороже. Поэтому мы постарались подойти, обсудив это все и потратив достаточно много времени, мы взглянули на вопрос распределенной энергетики несколько шире и говорили не только о производстве электроэнергии, но и производстве тепла. В данном случае это связано, возможно, с спецификой предприятия, которое я возглавляю. Мы, с одной стороны, являемся сетевой компанией, обслуживаем электрические сети муниципальные на территории 36 муниципальных образований. С другой стороны, мы по поручению правительства в области, там, где возникают проблемы, на сегодняшний день присутствуем в 15 муниципальных образованиях, где обслуживаем 62 котельные, которые и на газе, и на угле, и на нефти, и на дровяные, и электрокотлы, и большое количество. И также вот сейчас там мы по Торфяной смотрим как бы определенные процессы взаимодействия по поселку Тугулым.
Значит, соответственно, что и в процессе этой деятельности возникает, конечно, желание оптимизировать данные процессы. Возникают вопросы, связанные с промышленной политикой, когда наши предки отнюдь, конечно, не из волюнтаристических соображений строили достаточно крупные ТЭЦ, строили достаточно крупные котельные и населенные пункты, рабочие поселки, городки, моногородки, как сегодня их там называют, они были привязаны к этим источникам теплоснабжения. В настоящее время происходят всем известные процессы. Где-то по объективным, где-то по субъективным причинам эти производства на сегодня либо вообще не работают, либо работают на неполной нагрузке. И, соответственно, вот эта плохая или экономика уже этих теплоисточников, она приводит к тому, что предприятие, является одной из причин того, что предприятия испытывают финансовые трудности, раз, и второе, это сказывается на населении. И в итоге приходится, решая задачу населения, выбирать порой не самое оптимальное решение. Ну, пример, там, Бранчицкий электромеханический завод, всем известный, да, как его банкротили, всем известно. В итоге сейчас появился инвестор, что-то там сейчас выходит на некую, пусть не очень быструю, но позитивную динамику, но в то же время для того, чтобы решить проблемы отопительного сезона, было принято решение строить 6 блочных котельных. В итоге что мы получаем? Да, мы уходим от этой изношенной протяженной трубы, что и является одним из стимулов уйти от этих протяженных теплопередающих, ну или там просто сетевых элементов, да, уходим в локальные источники, в то же время решая задачу теплоснабжения населения социальных потребителей. А завод в перспективе ближайшей, это перспектива первого квартала следующего года, останется с этой большой, неэффективной, избыточной котельной и придет к выводу строить свою маленькую генерацию. Значит, это вопрос, а если ему нужен для технологии пар, да, возникнет как бы опять вот этот разрыв, и, соответственно, никому от этого лучше не будет. Поэтому как бы тут хотелось отделить некие вопросы, связанные с, как бы скажем, со стратегией развития, как там, распределенной энергетики, да, от вот этих вынужденных мер, к которым мы сегодня прибегаем для того, чтобы обеспечить надежное, ежедневное там, и в перспективе, так скажем, экономически эффективное теплоснабжение населенных пунктов. Всем понятно, что большой источник электроэнергии тепла, он более эффективен, хотя бы из-за того же эффекта масштаба. Значит, но в то же время, когда мы смотрим на сети, то вот эти уровень потерь, приводились такие данные, что если потери превышают в сетях больше 10%, то это уже повод задуматься о приближении серьезным теплоисточника. Согласно распоряжению правительства 2446 от 27 декабря 2010 года, которое выпущено в развитии 261 федерального закона об энергоэффективности и энергосбережении, вот таких показателей в районе там, 10,5% планируется в тепловых сетях планируется достигнуть только к 2020 году. Соответственно, мы можем говорить о том, что до 2020 года мы, по мнению мирового, как бы скажем, энергетического сообщества, будем вся наша тепловая энергетика будет находиться, как бы скажем, в неэффективной зоне. Поэтому, рассмотрев ряд моментов, вот в частности, то, что специфику Свердловской области мы обсудили, что очень много средних малых городов, где численность населения, к сожалению, не имеет тенденции к росту. Люди, с другой стороны, не могут жить только в мегаполисах, причины всем понятны. Желаю, надо дать шанс небольшим городам, поселкам и деревням, соответственно, обеспечив им цивилизованные условия жизни. Значит, дать благо цивилизации и, соответственно, работу. Мы наблюдаем, что большая энергетика концентрирует свои усилия на обслуживании мегаполисов прежде всего и уходит от решения проблем малых территорий. Если раньше соотношение, так как бы условное такое между стоимостью электроэнергии и тепла, оно как бы фактически за счет электроэнергии дотировалось тепло, оно было фактически таким дешевым побочным продуктом, то в настоящее время даже приведенная чуть раньше цифра о выручке ТГК-9, уважаемый, скорее, мне кажется, говорит не о том, что о специфике бизнеса, говорит о том, что, наверное, все-таки тепловая энергия переоценена как побочный продукт.
Значит, и вывод отсюда, что решением проблем малых городов все-таки является распределенная энергетика, но, наверное, в разрезе на местные виды топлив и энергетических ресурсов. Мы рассмотрели вслед за молодежным форумом виды ресурсов, которые могут быть, как бы виды энергии, которые могут быть использованы. Ну, тут на первое место попало вот это, пока еще на начальной степени реализации находящейся технологии твердооксидных топливных элементов. Также была озвучена подземная атомная электростанция. Это следующие докладчики, видимо, это затронут. Значит, ну вот акцентировались на местных видах топлива. Конечно, наиболее, на наш взгляд, перспективным, исходя из вот ниже указанных, является все-таки использование торфа, отходов деревообработки в разных видах, напрямую через брикетирование пеллеты или через газификацию топлив, через производство с жидкого топлива синтетического. Эти варианты тоже были рассмотрены. Вот на наш взгляд, на сегодня это из перечисленных выше и ниже является наиболее легко достижимым и наиболее перспективным видом. По себе, как бы по примеру нашего предприятия, могу сказать, что если было бы достаточный объем предложения по там, брикетам торфяным или пеллетам, то мы бы однозначно рассмотрели вопросы перевода наших котельных с угля на эти виды топлива. Вот эти преимущества позольности, которые там более чем 10-кратные, они нас, конечно, при соизмеримой калорийности, они нас, конечно, привлечают. Мини- и микро-ГЭС, ну да, упоминались и вот это Киселевская ГЭС, значит, но на сегодняшний день опыт, широкого опыта нет, есть забытый опыт наших предков, когда в 40-е годы было большое количество этих ГЭС. Пример соседней Башкирии говорит о том, что это используется на сегодня, но говорить о каком-то ближайшем времени массовом использовании данных технологий, ну, достаточно сложно. Надо отрабатывать эти вещи. Ветровые электростанции, ну, ветра сегодня в Екатеринбурге нет. Да, на севере Свердловской области ветры все-таки более-менее приемлемые, где-то там ну, до 10 метров в секунду достигают, но и там и потребителей нет. Опять мы приходим к тому, что это не совсем распределенная энергетика, это скорее как бы под какие-то локальные источники. Малая когенерация. Вот эти вот котельные, которые мы используем, конечно, наталкивают нас на то, чтобы попытаться всю возрастающую стоимость электрической энергии компенсировать за счет когенерации. Возникают сложности, связанные с тем, что резко падает летом потребление электрической энергии, так как летом в лучшем случае только горячая вода, а в худшем и горячей воды где-то пока нет, к сожалению. И в итоге получается, что вот большая цикличность и количество часов использования данного оборудования, оно будет недостаточно для быстрой его окупаемости. Но в то же время, как бы скажем, найти других более-менее серьезных потребителей рядом, ну, достаточно надежных, достаточно сложно. Опять возникает некий комплекс промышленных предприятий, населения, там, жилищно-социальная сфера, но вот достаточно большая вот эта вот как валиантность, как говорят, на рынках, да, она все-таки не дает при задаче стопроцентной надежности обеспечения теплоснабжения населения, как бы она вот ставит эту задачу тоже в такую не очень реализуемую плоскость. Но тепловые насосы, есть тоже некий опыт. Вот смотрим на эту тему. В Алапаевском районе нам в этом году переданы 22 электрокотельные. Значит, тариф расчетный должен быть порядка 8000 рублей за гигакалорию. Значит, как бы скажем, соответственно, понятно, что это потребителями в настоящее время являются детские дошкольные учреждения, фельдшерские, акушерские пункты, там, школы и так далее. Ну вот такова сегодня себестоимость электроэнергии для использования вот для этих целей. Соответственно, одним из вариантов решения этой задачи было возможно использование тепловых насосов. И солнечная энергетика, я думаю, что вот та динамика, которая сейчас есть в снижении себестоимости киловатта при использовании солнечной энергии, я думаю, она в ближайшее время нас все-таки приведет к тому, что, к чему привело это в Германии. Хотя, конечно, ожидать таких же стимулирующих методов или методик, как используется в Германии, ну, достаточно сложно, когда платят тебе больше за генерируя собственную электроэнергию, чем ты сам платишь за нее, но это пока, мне кажется, задать достаточно
достаточно сложно, потому что это ляжет дополнительным, однозначно, на потребителей дополнительным как бы грузом, и что, наверное, сегодня имеет определенные ограничители. Значит, какие проблемы здесь существуют? Экономически высокая удельная стоимость разовых капитальных затрат. Здесь продолжительная окупаемость. Здесь в последнее время наметилась некая положительная тенденция. С одной стороны, кризис и ожидаемый рост ставок банков. С другой стороны, мы на своем примере, привлекая финансирование для строительства котельных и ремонта тепловых сетей, видим, что банки на сегодня имеют избыточную ликвидность. Ну, как бы на период кризиса они ее накопили. И с удовольствием готовы предоставлять деньги в долгую под проекты, которые замыкаются на конечном потребителе. Население есть, было, есть и будет. Соответственно, платить оно будет. Другое дело, что какую услугу мы ему сегодня предоставляем. Если мы обеспечим ему качественную услугу, то у нас появится полное моральное право требовать жестко, вплоть до суда и выселения, оплаты коммунальных услуг. Значит, при этом, конечно, должна быть разумная стоимость и прочее. Вот этого мы пытаемся добиться в моделях. Поэтому на сегодня можно, несколько позитивный есть момент, что мы можем на сегодня привлекать ресурсы на срок более 10 лет, подставку до 10% в валюте, в рублях, извините. Вот, что, на мой взгляд, делает реальными и снижает нагрузку, вот эту вот экономическую проблему частично как бы решает. Технологически, надежность, резервирование, неопределенность загрузки оборудования, отсутствие кадров. Но это вопросы затронуты предыдущим докладчиком. Я с ним совершенно согласен, что на сегодняшний день неотработанность законодательства может поставить под угрозу потребителей очень серьезные. Появился потребитель, там, как бы скажем, ну, появился новый источник электрической энергии. Возник соблазн отключиться от системы внешнего электроснабжения. Значит, как бы скажем, если вы не отключились, вы должны за это платить. Сегодняшняя система тарифообразования этого не предусматривает. Вы разом платите за техническое присоединение, а после этого как бы подразумевается, что все остальное должно, ну, так предусмотрено только через тариф. Если вы не платите за передачу электрической энергии, то поддерживать электрические сети не на что. Однозначно. Значит, они ветшают, и в конечном итоге вы останетесь наедине со своим источником электроснабжения. Я думаю, что пример Сахалина, который вот был несколько дней назад, когда на сутки практически остров остался, потому что там один дизель, большая дизельная установка электроснабжения, нет резервных источников, мы долго слышим про кабель там с материка большой, как бы привел к тому, что, представляете, в морозы и так далее. Это вообще очень серьезная вещь. Ну, много желающих построить такие объекты, но на сегодня вот, пользуясь неурегулированным законодательством. И еще стоит, конечно, смотреть, как это влияет на сети. Порой вот эти небольшие источники электрической энергии очень большое возмущение туда вносят и, соответственно, дают в сеть некачественную электроэнергию. Вот эти взаимодействия, оно серьезное. Социальное. Вот здесь ответственность и баланс интересов. Если, опять же, мы говорим, что наиболее оптимальна была бы схема, когда и производственные потребители, и население были потребителями этого источника тепла и электрической энергии. Здесь возникает вопрос, опять же, есть достаточно жесткое, ну, обоснованно жесткое законодательство, скажем так, которое требует, чтобы перерывов в этом не было. Тогда возникает вопрос, опять вот идем к резервированию и идем опять к балансу интересов всех участников рынка. И административные. Вот несовершенство нормативно-правовой базы я уже тоже как бы затронул, оно достаточно такое. Если все утрировать, то тогда никто никогда не подключится, с одной стороны. А с другой стороны, как бы скажем, понятно, что есть, наверное, все-таки выход из этой ситуации – это в использовании все-таки местных видов энергетических ресурсов. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот опять еще раз мы говорим о перспективных направлениях, которые мы выделили из всех на сегодня. Ну и заключительный слайд в выводах. Имеется положительный опыт внедрения. Распределенная энергетика должна вписываться в инфраструктуру. Необходимо разработать концепцию развития распределенной энергетики на территории Свердловской области. Есть в этом необходимость есть на сегодня, несмотря на то, что определенные работы в рамках Российской Федерации идет, но есть определенные особенности. Ну, вот
Например, приходят инвесторы, строят определенные объекты без учета, ну, специфики перспектив развития. Вот, в частности, та же вот торфяная котельная, она, наверное, была более оптимальна все-таки в негазифицированном населенном пункте. Потому что Тугулым, в центре Тугулыма ее построили, рядом газ. Не сдал бы он еще один год, а строил на 3 года, мы бы построили там газовую котельную. И как это еще скажется на экологии, тоже все-таки есть определенные моменты экологичности здесь. Вот. То же самое нормативно-правовая база, которую я сказал, и финансовая модель внедрения объектов распределенной энергетики. Здесь опять, ну, наверное, можно говорить о некой необходимости поддержки, если это касается, ну, как бы скажем, вот использования возобновляемых и местных видов топлива. Я вот так как бы акцентирую. Ну, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Микрофон возьмите. Микрофон, пожалуйста, возьмите. Я прошу представляться. Объекты распределенной энергетики должны быть зарезервированы существующими сетями, то есть для обеспечения надежности электроснабжения, теплоснабжения потребителей. То есть тут, видимо, уже это не обсуждается, то есть это необходимо предусматривать сразу техническими условиями. Как вы считаете, вот это резервирование, оно не приведет к снижению рентабельности строительства, потому что все равно подключение будет также осуществляться на основании договора техпредсоединения и также сетевые организации должны закладывать мероприятия по усилению своих сетей в связи с увеличением нагрузки. Однозначно приведет, поэтому мы и хотели акцентировать внимание присутствующих на то, что порой, когда просчитывают эти варианты, на первый взгляд очень заманчиво, да? Ну, забывают вот о необходимости этих моментов. Просто ведь можно задуматься о сегодняшнем шаге, да, подать более дешевую электроэнергию на существующее производство. Но потом начинают возникать некие там побочные процессы. Там, у этого предприятия есть там очистные сооружения. Там, да? Эти очистные сооружения, может быть, завязаны на населенный пункт. Там есть определенные требования. И пошло-поехало, и в итоге оказывается, что хотел, не хотел бы вот этот инвестор, он в конечном итоге приходит к тому, что резервироваться надо. А если надо резервироваться, конечно, это затраты. И порой удваивающие как бы срок окупаемости, скажем. И скупой платит дважды, получается, да, иногда? Ну, надо считать. Включился, да? А такой частный вопрос. Вы сказали 8 тепловых насосов в Алапаевском районе. Не-не-не, я не сказал 8. А как? Я сказал, что мы смотрим на то, чтобы вместо электрокотлов использовать тепловые насосы. Извините за дикцию, наверное. Так, хорошо. И такое решение еще не принято. Просто я сталкивался с этим вопросом. Это очень интересно. Что там может являться источником низкопотенциального тепла? То есть пока еще не ясно это все, да? Нет, почему? А вообще о принципе функционирования насосов? Я его знаю, я ими занимался. А в чем тогда? А мне интересно, как вы их там хотите применить? Я просто упомянул о том, что один из вариантов решения выхода из этой ситуации, когда тариф сегодняшний 900 рублей, а экономически обоснованный 8 тысяч, нас толкает к тому, чтобы применять даже такие, ну, как бы, фондоемкие, да, и ресурсоемкие технологии, как тепловые насосы. Да. За Урал Техмаркет, меня зовут Житов Сергей Валерьевич. Я 5 лет пропагандировал на территории Свердловской области, работая в правительстве, тепловые насосы. Так? И все упиралось в соотношение стоимости тепла и электричества, как вы совершенно правильно заметили. И, в общем-то, в отсутствии низкопотенциального тепла под рукой всегда. И было бы очень интересно, если бы вы нашли это решение. Я думал, что оно уже есть, поэтому нет, спросил. К сожалению, пока нет. Извините. Когда-то для себя считал такие вещи, когда строил дом, но как бы вот тогда не рискнул. Это было уже достаточно давно. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Вот вопрос. Антаков Андрей, Энергоучет Урал. Прозвучало, когда рассматривали различные источники энергии,
прозвучала солнечная энергетика, насколько я понял, рассматривалось непосредственно преобразование в электрическую энергию на фотоэлементах. Ну, в целом, да, я понимаю. Я так и понял, то есть правильно понял. В традиционном понимании, да. Вот вообще-то, скажем так, в нашей зоне, особенно где недостаточно солнечных дней, ну, считается, что в Свердловской области не сильно достаточно, достаточно целесообразно использовать коллекторы солнечные, которые выдают просто тепло, без преобразования в электричество. Вот та же проблема отопления. Может быть, это не сбрасывается со счетов? Хорошо, спасибо. Нет вопросов больше, да? Суждения какие-то есть по докладу? Спасибо, Олег Олегович. Спасибо. Да. Доклад секции номер 3 «Перспективные технологии для развития энергетики» доложит Лемех Александр Викторович. Да. Добрый день, коллеги. Наша секция работала по теме «Перспективные технологии для развития энергетики». Собственно, руководителем секции был Щеклен Сергей Евгеньевич, он вынужден был уехать, поэтому я представляю доклад. Следующий слайд. В общем, если говорить про итоги работы секции, то, в общем, участников было порядка 30 человек, там, ну, в максимальном этом самом. Было озвучено и обсуждено 7 докладов и сделано 6 предложений в проект решения конференции. Дело в том, что мы, в общем, по ходу нашей работы мы нацеливались, честно говоря, не на вот ту структуру, которой придерживались предыдущие докладчики, а именно на формулирование предложений в проект решения конференции. Да. Следующий слайд. В ходе работы секции было озвучено вот такие доклады. Ну, и тут я, собственно, и здесь вот, если говорить о предыдущем докладе, то здесь было скорее наполнение конкретными технологиями тех направлений, которые были озвучены в предыдущем докладе. Вот, ну, то есть, например, был доклад Сергея Евгеньевича Щеклеина, где был приведен детальный анализ возможности использования различных энергоресурсов в топливном балансе Свердловской области, там, от малых рек, там, ветра, солнца и еще разных вопросов до использования там, отходов сельского хозяйства. В общем, вот. Дальше был доклад о перспективах использования топливных, твердооксидных топливных элементов в энергетике Свердловской области и вопросах об организации промышленного кластера, связанного с производством этих установок. Вот. Но далее было несколько докладов о конкретных технологических решениях, связанных, например, с использованием энергопотенциала малых рек, с использованием лесных отходов, древесных отходов, да, и обсуждалась также системы на основе органических циклов Ренкина, дескать, из возобновляемых источников. Так, также в одном из докладов были озвучены проблемы, что были сформулированы и озвучены проблемы, которые сегодня существуют при внедрении установок, связанных с использованием технологий, работающих с нетрадиционной энергетикой. Вот, и также был сделан доклад о перспективах применения робототехники в энергетике Свердловской области. То есть доклады нашей секции, они были, ну, в моем понимании, в большей степени обзорные, и поэтому выявить, скажем, вот ту структуру, которую предыдущие докладчики придерживались, в общем, ну, было сложно. Вот, поэтому, если можно, следующий слайд. Было сформулировано вот таких 6 пунктов, которые наша секция предлагает предложить для обсуждения в проект решения конференции.
первым пунктом, который озвучил вначале Сергей Евгеньевич Щеклейн, потом там ряд еще других коллег, о том, о необходимости создать рабочую группу при Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области по вопросам развития и внедрения технологий и, собственно, и не только технологий, а энергоресурсов и технологий. То есть вот так будет правильно, здесь я не совсем корректно написал, об использовании местных ресурсов и технологий в энергетике Свердловской области. Вот так. Далее, организовать работу по созданию программы использования местных энергетических ресурсов. Далее программа, где бы возможно было в неком едином документе увязать все вот эти разнообразные способы и возможности извлечения энергии из вот тех разных направлений и с тем, чтобы обеспечить некую системность и простроить видение на какую-то перспективу о том, какие конкретно ресурсы и в каких объемах целесообразно использовать у нас в нашей области. Далее это, этот тезис был доразвит с тем предложением, чтобы в эту же программу включить некий экспертный обзор возможных технологических решений, собственно, перспективных технологий, на основе которых могла бы строиться вот, использование вот этих энергоресурсов. Так, дальше на нашей секции обсуждалась идея создания промышленного кластера по созданию энергоустановок на основе топливных, твердооксидных топливных элементов. Ну и вроде бы решение секции то, чтобы вот эту идею поддержать. Вот, ну, только, собственно, что это значит, правда, не очень понятно. Да. Так, дальше отдельно, собственно, было несколько докладов, в которых формулировалась мысль и запрос на систему государственной поддержки работы с возобновляемыми источниками энергии, связанными как с их, как с использованием энергии, полученной из этих источников, так и разработки технологий для того, чтобы использовать вот эти ресурсы. Так, ну и да, и еще был пункт о том, что, дескать, секция согласилась рекомендовать провести испытания роботов для диагностики и ремонта тепловых сетей и трубопроводов электростанций в Свердловской области. Так, вроде бы, ну, в основном вот так. Вот примерно то, что обсуждалось на секции, вот здесь это как-то обозначено. Да. Спасибо. Все, да? Да. Спасибо. Вопросы есть? Александр. Если можно, еще в самом конце работы секции Сергеем Евгеньевичем Щеклейным было предложено еще не забывать все же о ядерной энергетике, что, дескать, это вроде бы не совсем новая, с одной стороны, технология, но и не то чтобы старая, и дескать, чтобы ее не списывать со счетов, что вот ее здесь надо тоже включить, я да, запамятовал. Да, спасибо. Спасибо за доклад. Есть ли вопросы? А вопросов нет, да? Вопросов. Нет, у меня есть два вопроса. Первое, правильно я понимаю, на понимание, что вообще вот пункты ниже первого, это примерно план работы самой этой рабочей группы. Это можно так рассматривать? Да, я понимаю, что так. А тогда остается вот такой вопрос. А на какой основе должна быть сформирована эта рабочая группа? Обсуждалось ли это на секции? Это на секции вроде бы не обсуждалось, но не обсуждалось. Я так понимаю, что будет секция номер 5 или номер 6. То есть, возможно, мы дальше это услышим, но да. У вас нет таких. Нет, не обсуждалось. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Идем дальше. Доклад секции номер 4. Это энергокомфорт, экологичность и энергобезопасность как ключевые показатели повышения качества жизни и критерии развития энергетики Свердловской области. Докладывает у нас Пыхов Павел Аркадьевич, заместитель руководителя Центра экономической безопасности Института экономики ОРО-РАН. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы на секции вот рассматривали, старались все-таки идти по программе, рассматривали
нашу проблему, вот как и написано, энергокомфорт, экологичность и энергобезопасность как ключевые параметры. Можно следующий слайд? То есть мы изначально определились, как бы то, что мы понимаем под энергокомфортом. То есть тут мы выделили качество, количество видов энергии, как бы доступность энергии вообще для потребителя, а также как бы как вариант, это как возможность как бы конкурирования видов энергоносителей в потреблении. Как основные же, скажем так, проблемы обеспечения энергокомфорта, у нас был отдельный доклад специалистов, и было выявлено, что по основным как бы отклонениям от энергокомфорта среди жалоб граждан как бы фигурируют как основные причины, это отклонение напряжения от номинального как бы от ГОСТовских значений и наличие как бы нечетных гармоник, что тоже как бы не соответствует ГОСТу. По этим случаям производятся проверки, но, к сожалению, как мы выяснили, существующие системы энергетики, в которой разделены генерация, распределение и сбыт, заставляют потребителя общаться с тем, кто не может как бы качественно повлиять на свойства товара, поставляемого потребителю. То есть как бы сбыт, он не имеет ни своих сетей, ни генерации, ни он как его энергию получил, так он ее дальше как бы перепродал. И по факту довольно сложно получается хоть как-либо управлять качеством электрической энергии. Далее вот, ну, вот было выделено, что существует значительное неравенство между жителями как бы области по уровню энергокомфорта. То есть, естественно, как бы, что жители, живущие там в мегаполисах, вполне обеспечены довольно неплохо энергией. Однако, ну, какие-нибудь существуют отдаленные как бы поселки, малозначительные. Это совершенно другое качество жизни. То есть это малочисленные, да, малочисленные. Малозначительных. Ну, оговорился, да. То есть это только электроэнергия, как бы отопление печное, и сама надежность как бы поставок электрической энергии, как бы ветхие низковольтные сети, это тоже как основная проблема с бытовых компаний. В принципе, вот еще изначально хотелось бы тоже как очертить задачу, что рассматривалось, что вот как энергокомфорт, как экологичность, как и сама безопасность энергетическая, это все-таки на качество жизни влияет как на удовлетворение основных физических, там, витальных этих параметров. И мы не рассматриваем, как бы, не лезем в глубокую философию, что человек будет делать при свете. То есть у него должен быть свет, у него должно быть электричество, работать лампочка. Что он будет там при свете? Читать книжки или заниматься чем-либо другим, удовлетворять какие-то другие как бы потребности, это уже не задача энергетики. Можно следующий слайд? То есть, ну, по энергетической безопасности понимается в основном это состояние территории, при котором удовлетворяются обоснованные потребности в энергии, топливе, по экономически приемлемым ценам для потребителя, а также функционирование всего комплекса ТЭК в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с сохранением живучести, устойчивости и, ну, конечно, возможно, как бы с понижением параметров качества поставляемых носителей, но, однако же, как бы без угрозы жизнедеятельности населению и обеспечения как бы обоснованных потребностей все-таки потребителей. Можно следующий слайд? Ну и под экологичностью мы вот решили очертить, что мы под экологичностью функционирования энергетического комплекса понимаем реализацию прав конституционных прав гражданина на безопасную для своей жизнедеятельности как бы окружающую среду. То есть
Это после соблюдения как бы нормы и требований по охране окружающей среды, как бы всеми субъектами энергетической деятельности. В настоящее время вот суммарные выбросы загрязняющих веществ, вот, например, в атмосферу по Свердловской области, составляют более вот 1 000 000 тонн. Из них 46% приходится на ТЭК. И, естественно, основной вклад — это Рефтинская ГРЭС, 33%. Можно следующий слайд еще тоже? И вот, стараясь следовать заданной теме нашей секции, мы попробовали определить основные критерии развития энергетики. То есть по энергокомфорту это просто, в настоящее время это видится как все же обеспечение должных уровней качества электрической энергии у потребителей. Это первое. То есть как это сделать, это тоже отдельный вопрос. Это, возможно, как бы надо организационно-управленческие какие-то механизмы применять, менять немножко нормативную базу органов госрегулирования. Второе, что мы тоже вот было отмечено, то есть энергокомфорт в принципе у нас снижается из-за значительной монополизации отрасли, точнее как бы 100% монополизации для какого-нибудь там конкретного потребителя сетевой части. То есть, возможно, как бы следует как-то рассматривать все же методы и подходы к организации конкуренции на рынке распределения и сбыта электрической энергии, не только на этапе генерации. Третье — это обеспеченность абонентами приборов учета, как бы, как учета количества энергии, так и учета качества данной электроэнергии потребленной. То есть чтобы у абонента как бы в счетчике уже существуют подобные модели, чтобы у него там ввелся какой-то определенный лог, где писалось, что там тогда-то отмечались как бы случаи, объемы, как бы время потребления энергии, не соответствующей ГОСТовским параметрам. Еще один вариант обеспечения энергокомфорта – это распределенная электроэнергетика и более широкое ее использование в балансе. Можно следующий слайд? По экологичности в основном у нас выделилось, здесь приведено три критерия, то есть это как снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. То есть, вот, например, по принятым программам по Свердловской области, это к 2015 году на 20%, к 2020 году на 28% от текущего. Второе – это увеличение объемов использования образующихся отходов, то есть, золы. Как мы все понимаем, что к настоящему времени как бы заполненность золоотвалов уже практически близка к 100%, использование отходов очень низко. И поэтому, скажем так, такие реперные точки до 2015 года – это 55%, к 2020 году – это 65% по объему использования. Третье здесь приведено – это снижение объемов сбросов загрязненных сточных вод. То есть вот в областной программе записано на 15% к 2020 году. Также еще здесь можно, не стали отдельно на слайд выносить, отдельно как бы рассматривать, как и используя снижение безвозвратного потребления воды, то есть увеличение оборотного, снижение вообще как бы объемов потребления воды, уменьшение теплового загрязнения водоемов и многое другое. То есть, это мы, наверное, потом представим все-таки это все вот в более удобоваримом виде, да, в качестве предложений нашей секции по конференции. Можно следующий слайд? То есть и вот основные критерии как бы развития по энергетической безопасности. Тоже вот это можно было много писать. То есть, как основные по энергетической безопасности видится, что уже вот было сказано Андреем Владимировичем, это вовлечение как бы в топливный баланс как бы местных источников, то есть диверсификация топливного баланса. В настоящее время по Свердловской области уж, скажем, можно сказать, не совсем, наверное, плохая ситуация по данному показателю.
У нас, по-моему, процентов 60 только газа ведь используется. Но, в принципе, резервы для совершенствования еще есть. То есть второй критерий – это повышение энергоэффективности. Ну, тут написано экономики, но можно как бы тождественно равно поставить энергетики. То есть средний расход условного топлива на киловатт-час у нас 372 грамма за 10-й год, как бы на мегакалорию как бы 160 грамм условного топлива. То есть это тоже как бы чрезвычайно много. Естественно, это как бы все упирается. Следующий критерий – это, знаете, устаревшее оборудование, на котором мы работаем. То есть как и с точки зрения безопасности вот, необходимо все-таки решить проблему значительного недоинвестирования отрасли в, можно сказать, последние там, 20 лет, в ходе которой произошел как бы рост накопленного износа как бы фактического, ну и, естественно, как бы значительное моральное старение основного производственного, основных производственных фондов. Как еще один критерий, но сопутствующий, то есть это вот улучшение экономической эффективности работы предприятий энергетики. Потому что вот, ну, по существующим отчетным данным, ну, понятно, что можно как бы с одной стороны говорить, что все равно все стараются как бы не показывать прибыль, чтобы уходить от налогов. И это вопрос статистики, это как бы ее достоверность, это отдельный вопрос, как бы тут мы его не будем рассматривать. Но вот по существующим как бы данным, там рентабельность производства у нас получается, экономическая эффективность как бы работы довольно низкая. И совершенно нет никакой инвестиционной привлекательности данной отрасли. То есть затащить туда инвестора, это, сами понимаете, это должен быть какой-то просто уникальный проект, где уже там все запредельно, и получится довольно быстрый срок окупаемости данного проекта в случае применения там каких-нибудь новых технологий. А в классической нашей традиционной энергетике эффективность довольно низка. Ну, однако же тут тоже нельзя как бы забывать, что тут получается палка у нас о двух концах, что с одной стороны как бы у нас и эффективность производства, и строительства, с другой стороны, конечно же, это тарифы. То есть тут надо соблюсти баланс, и чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Ну и еще вот как один из вариантов развития, разработка и введение поощрительных мер стимулирования повышения как энергоэффективности, так и экологической приемлемости работы предприятий энергетики. Тоже как было доложено специалистами, в настоящее время каких-либо существующих мотивационных позывов для улучшения экологичности работы предприятий не существует. То есть, ну, платятся какие-то не то что незначительные, но не напрягающие предприятия как бы экологические платежи, ну, в случае как бы превышения, ну, заплатим, да, побольше, но это еще тоже вопрос как бы вероятностный. То есть будет зафиксировано это превышение, не будет, как бы докажут, не докажут. И не существует действенного экономического механизма, чтобы предприятие само захотело повышать свою экологическую безопасность. Тут, вот, возможно, как бы должно как-нибудь вмешаться государство и предложить какую-нибудь свою программу, специалистам из Министерства энергетики, наверное, будет виднее, как это вот должно быть реализовано. Нет. Вообще теоретически. Не виднее. Нет? Я надеюсь, вроде говорят, раньше что-то подобное было. Какой-то экономический механизм, когда платили. Ну вот. Можно перебью? Когда я посмотрел на ваш слайд с экологическими, скажем, требованиями, да, снижение экологической нагрузки, я понял, что у вас работали эксперты. Я не эксперт, я чувствую, что здесь люди, знающие, поработали. Когда я дальше подумал, а как это все сделать, я увидел у вас слайд «Ввести поощрительные меры».
То есть 33% рефтинская ГРЭС надо каким-то пряником снизить. Нет, ну с помощью... я не понял, как это. Я не тут знаю. Не все упирается в рефтинскую ГРЭС. То есть как, ну, как один из все было показано реализации. Очень ярко, профессионально. 33% снизить настолько-то. А как? Поощрительные меры. Мне что-то не очень верится. Я не знаю, какие поощрительные меры может предложить правительство в моем лице. Точно нет, я тут что-то не силен. Вот. Может быть, у вас в группе были, обсуждались эти предложения? Здесь-то их не видно. Нет, конкретной проработки их не было. Было просто отмечено, что существует как бы кнут. Понял. И нету пряника. А, и кнут не работает. Вы же сказали, не существует действенного механизма, стимулирующего... Да? Ну, кнут плохой. Ну, кнут он существует, кнут плохой. Да, но пряника нет, нет вообще. Нет совсем. Заменим кнут на пряник, все заработает. Mm-hmm. То есть проблема осталась, похоже, да? Вы же сказали, что может быть правительство придумает что-нибудь, мы не смогли. Правильно? Ну, за отведенное как бы, время мы понятно. Конкретно спасибо. Как бы, но это тоже важно отметить, что пока мы не видим решения, и правительство не видит тоже решения. И кнут плохой точно, кнут не работает, и пряника нет. Ну, эксперты были из Министерства природных ресурсов. Ну, это одна листа дает 7-8 миллионов тонн золы, которые складируют только на склад. А, зола. Но речь идет о выбросах. Не отходов по энергетике. Mm-hmm. Но вместе с другими станциями это около 10 миллионов. Можно 3 Свердловских области как-нибудь строить. По Печан, по Волге. Если бы... Да если бы они брали это и самовывозом возили за 500 километров эту золу, она бы стала золотой. Ну. Можно называть золотом ее. Золотоблоки. Ну тут можно... Вот передайте микрофон, вот наш эксперт сейчас более точно пояснит эти данные цифры. Существует концепция экологической безопасности до 2020 года в Свердловской области. Там действительно эти цифры обозначены. Но когда мы изучали зарубежный опыт использования золы, например, за рубежом, там до 100% доходит. Ну да, но они уголь сжигают 4% зольности, а мы 50%. Да, у них другая зольность. Но конечно. Мы не ставим 100%, поэтому у нас 65%. 65% не освоит, это точно. Декларация Министерства природных ресурсов. Министерство природных ресурсов за энергетиков не отвечает. К 2020 году. Как это можно сделать, Министерство природных ресурсов тоже не знает. Ну, да, Рефтинская ГРЭС, кстати, в своей программе, которую она в соглашении с правительством предложила, она почти до 100% доводит свою утилизацию к 2020 году своих отходов. Так что основания есть, надеяться. Создана рабочая группа совместная с ЕНЛ, которая призвана как раз искать решение этой проблемы. Но сегодня можем констатировать вот это вот, наверное. Спасибо. И еще что-то, да? Нет, все вот на этом. Как бы. Так, есть еще вопросы к докладчику? Нету. Суждения по докладу еще какие-то есть? Хорошо. Лев Сергеевич, что-то хотите сказать? Спасибо. А вот, пожалуйста, еще. У меня комментарий просто к докладу. То есть это действительно была работа нашей секции. И, в общем, отмечено, что очень широкий, так сказать, охват достался секции. То есть разнородные проблемы, то есть экологический, энергокомфорт. И вот именно, так сказать, сырость некоторых формулировок и подходов мы действительно уделили времени, чтобы некоторые подходы буквально обозначить, и чтобы была возможность уже обозначенным проблемам и найденным там реперным точкам потом как бы некоторые доработки производить. Да, это я согласен с этим. Вообще секция проделала большую работу по такой разнородной тематике и большой. Конечно, спасибо большое за это. Спасибо. Доклад секции номер 5 «Энергетические барьеры и конкурентоспособность и возможности экономического развития Свердловской области». Петров Михаил Борисович, руководитель Центра изучения производительных сил Института экономики Уральского отделения Российской академии наук. Уважаемые коллеги, ну, у нас напротив было сегодня очень мало, не более 5-6 человек. Вот. Поэтому, может быть, не удалось все обсудить, что хотелось. Тем не менее, мы обсудили те пленарные доклады, которые были представлены, и попытались сделать это в аспекте как раз конкурентоспособности. Первый слайд откройте, пожалуйста. Ну и конкурентоспособность. Мы
прежде всего понимаем, как возможности территории самой Свердловской области привлекать ресурсы развития и создавать адекватные надлежащие условия жизнедеятельности на территории области, в том числе условия хозяйственной деятельности. Вот к чему имеет прямое отношение электроэнергетика. То есть мы понимаем так, что распределенная энергетика должна внести определенный вклад в процесс обеспечения конкурентоспособности за счет, во-первых, того, что к развитию подключаются более широкий круг субъектов, заинтересованных субъектов, в том числе потребителей, более широкий круг инвесторов, и за счет фактора времени. Все-таки лаги, которые здесь могут быть, меньше, чем в большой энергетике. И если возникает какая-то более острая локальная балансовая ситуация в узле, в энергорайоне, в конкретной точке или тем более какая-то ценовая ситуация, то она может решаться методами и средствами малой распределенной энергетики. Два аспекта конкурентоспособности мы здесь хотели бы выделить. Это, конечно же, прежде всего ценовая, та, которая говорит нам о том, что в Свердловской области относительно высокий средний уровень тарифа. Свердловская область относится к первой ценовой зоне, то есть сама первая ценовая зона достаточно затратна. Ну и плюс еще локальные какие-то проблемы здесь на Урале, которые накладываются на это. Действительно, это не низкие тарифы, и когда мы сравниваем с условиями хозяйственной деятельности для аналогичных отраслевых предприятий в Сибири, то мы проигрываем и сейчас получаем проблемы, в том числе социальные проблемы, вследствие вот этой ситуации. Ну и второй аспект конкурентоспособности, не менее важный, это не ценовой, это тот, который связан как раз с развитием технологической платформы всей, где набор новых базисных технологий создает определенный заказ на серийную продукцию, на исследования, на подрядные работы, создает новую технику и повышает тем самым ресурсный и технологический потенциал. И в том числе в нашей индустриальной области, где ряд предприятий явно может быть причастно к производству оборудования для малой распределенной энергетики. Ну и проблемы, которые вот на этом слайде мы от которых отталкиваемся, тоже они уже звучали, то есть очень некорректно, нехорошо здесь сформулировано, извините, пожалуйста, закупают ресурсную базу. То есть Свердловская область действительно зависит от дальнепривозных ресурсов, и угля, и газ, естественно, не с территории Свердловской области. И при этом располагает достаточно значимыми запасами возобновляемых ресурсов, прежде всего запасами торфа, запасами отходов лесной промышленности, другими некоторыми биоресурсами, которые, конечно, необходимо вовлечь в баланс и хотя бы вот в таком диапазоне 4-5%. И вот если это будет происходить, то как и будет удаваться, то как раз за счет малых распределенных источников. Ну и, конечно, можно было бы рассчитывать на то, что есть достаточное резервирование по сетям, и то, что хоть и сейчас избыточное в Свердловской области и в перспективе тоже таковое остается, но вот, видимо, рационально именно поддержание либо слабой избыточности, либо, по крайней мере, самобалансирование Свердловской области, потому что общая энергетическая ситуация в стране не позволяет рассчитывать на эффективное получение крупномасштабной энергии в регион и по условиям развития сетей, и по условиям производства, и по условиям динамики создания мощности в других регионах. То есть поэтому все-таки забота о некоторой избыточности нашего баланса мощности, она совершенно адекватна и уместна. Дальше, следующий слайд, пожалуйста.
Ну и инновационный объект распределенной генерации на первых этапах весьма затратная. И когда мы видим пилотные проекты, и в том числе проект ПАТЭС, и связанные с твердооксидными топливными элементами и некоторые другие, то, в общем-то, ну, такое, может быть, непредвзятое и учитывающее какие-то косвенные затраты сравнения показывает, что эти варианты могут не выигрывать экономически на данном этапе. А раз так, то без какой-то серьезной программной поддержки, без целенаправленной энергетической политики на региональном и на федеральном, но мы говорим о региональном уровне, не обойтись. То есть нужно пройти определенный барьер для того, чтобы войти в зону вот эффективного распространения вот таких технологий. Именно если говорить о ориентации на технологические решения, на высокотехнологические решения малой распределенной энергетики. Ну и вот как раз с этим обстоятельством связан один из энергетических барьеров. То есть вот у нас в названии секции еще вынесено понятие «энергетические барьеры». То есть, конечно, здесь скорее технологический барьер, инновационный барьер, но тем не менее он довольно высокий, и как и в других случаях, связанных с большой новатикой, с ситуацией, когда необходимо пойти на новый цикл технического прогресса, необходимо пройти вот этот вот барьер. И только пройдя него, можно рассчитывать на то, что временные лаги создания объектов малой распределенной энергетики, эффективных, могут быть благоприятными. Следующий слайд, пожалуйста, дайте. Ну, это мы уже говорили. Дальше, пожалуйста. Вот, ну и что делать? То есть как бы хотелось осветить ситуацию в контексте, что делать с позиции вот конкурентоспособности. Ну, энергетика, о которой мы сегодня в основном говорим, распределенная и даже малая, но тем не менее она нуждается в координации. Она нуждается в координации, и мы понимаем так, что сегодня ее нет, потому что есть отдельные, более далеко продвинутые какие-то пилотные проекты, есть просто разработки, но нет даже знания о них у потенциальных многих выгодоприобретателей, у тех предприятий, которые могли бы воспользоваться их, и ими, и их результатами. Поэтому вот необходимо, начиная с элементарной пропаганды возможных альтернативных решений на фоне особенно вот жалоб на высокий уровень тарифа, на высокую тарифную нагрузку на экономику предприятия, и доводя это до ведения и обоснования каких-то реестров, каких-то отраслевых, подотраслевых, может быть, территориальных групп предприятий, для которых накапливается определенный фонд альтернативных решений, особенно связанных с переработками, с переработкой возникающих у этих предприятий вот биоресурсов, отходов и других, или связанных с разработкой каких-то местных, особенно вот когда мы говорим о торфе, ресурсах. Вот, ну, необходимо вообще создание серийного производства такого рода объектов, которого тоже нет, и там, где вот это есть, мы как раз вот, я имею в виду пример ПАТЭС, опять-таки, там, ну, наибольший задел и наибольший потенциал удешевления, и те даже цифры по удельным расходам, удельным капиталовложениям на киловатт установленной мощности, которые и сегодня тоже в докладе вот по ПАТЭС звучали, они все-таки как раз возможны в условиях очень большого задела, которого может не быть у других каких-то технологических решений.
ценовые условия для использования ресурсов Свердловской области, естественно, должны создаваться. Это вот здесь пункт 3. Ну, вот сегодня уже, по-моему, все сказали о том, что вот так и надо действовать, что те сегменты энергетики, те виды выработки, которые государственная политика считает целесообразными, приоритетными, должны получать более высокую ценовую оценку. Это в равной мере справедливо и для торфа, естественно. Вот. Ну и четвертый пункт — создание условий для биоторфяного кластера. Ну, слово часто сейчас звучащее. Речь идет либо о общей инфраструктуре для группы однородных предприятий, либо о предприятиях, связанных цепочкой добавленной стоимости, по технологически сопряженных друг с другом. И в том числе, когда возникает или специально формируется спрос на конечный результат, который тянет за собой и выстраивает под себя всю эту цепочку. Вот биоторфяной кластер вот примерно так и должен строиться. То есть торфяное машиностроение, сама торфяная переработка, условия бинарного использования торфа, все-таки это ресурс двойного назначения, транспорт торфа и так далее. Вот все это в одной цепочке, тем более, что есть и мировой, и Финляндия, и отечественная, и Ленинградская область, Белоруссия, опыт по, в общем-то, развитию торфяной энергетики. Дальше, пожалуйста, сделайте. Вот, ну и результаты, на которые направлены усилия в сфере малораспределенной энергетики. Ну, прежде всего, мы отмечаем, что экономические результаты здесь видятся как локальные, так и глобальные, ну или, по крайней мере, вот, национальные, связанные со всей отраслью энергетики. И появление существенного сегмента собственной выработки одним из следствий, в общем-то, может дать снижение цены на оптовом, в конечном счете, снижением цены на оптовом рынке, но при том, что здесь будет меньше загрузка сетей, при этом может вырасти тариф на передачу. И вот эта задача, когда одна составляющая затрат растет, другая сокращается, она, в общем-то, еще не проанализирована системно. То есть, вот, на мой взгляд, необходимо вообще выполнить схемную работу, которая бы построила эти функции для соответствующих территорий, когда можно было бы говорить, какие именно масштабы вот, появления распределенной генерации в узлах вот, меняли бы эти две составляющие в благоприятном направлении. Вот, ну и вот парогазовые, газотурбинные, подземная атомная электростанция вот могут рассматриваться для обеспечения дешевой электроэнергии. Но здесь написано Богословского алюминиевого завода. Действительно, одна из наиболее характерных точек сейчас вот в области Краснотурьинска, с ним связаны Североуральск, вот эти северные города, где велика угроза снятия части работы, части загрузки с алюминиевых вот этих вот производств именно по причине чрезмерно дорогой электроэнергии, не идущих в сравнение с энергией вот в зоне Сибири, там, где другие предприятия алюминиевого комплекса. Естественно, что как раз здесь важно принять какие-то быстрые решения, но при этом, в общем-то, заложить капитальные решения.
совсем не очевидно, что именно подземная атомная электростанция, вот о чем подробно вот говорилось на, недавно на форуме, на организационно-деятельностной игре, как раз здесь была бы наилучшим решением именно для базы, потому что в конце концов там под определенной зоной неопределенности находятся показатели затрат по ПГУ, по ГТУ, они более определены. Но независимо от этого, и ПАТЭС нам важна как прецедент и как сам первый проект, который тоже, размещая на территории области, мы упрочиваем тем самым ее ресурсно-технологический потенциал. Поэтому как бы для задачи локального удешевления электроэнергии я не вижу конкуренции между вот разными типами генерирующих мощностей такого класса, такой вернее размера, который здесь может быть. Вот. А именно вести надо дело по всем направлениям. Хотя, конечно, имея в виду, что оптимизировать и рационализировать топливный баланс электростанции тоже надо. То есть доля газа, видимо, объективно будет постепенно сокращаться. Дальше, пожалуйста. Вот. Ну, Михаил Борисович, время. Да, уже передержал, извините, пожалуйста. Вот. Давайте тогда пропустим следующий, последний слайд. Вот, значит, ну, что мы предлагаем конкретно вот на данном этапе? Ну, я уже сказал по первому предложению, то есть действительно это в рамках схемы развития распределенной энергетики, это обычная, в общем-то, схемная работа, она должна, наверное, быть сделана. Второе — это определить приоритетные объекты и территории размещения объектов. То есть, проще говоря, нам нужен какой-то новый кадастр, где мы бы по пунктам могли бы иметь оценки размещения там объектов разных типов. Вот. И третье, что тоже, мне кажется, очень важно, в рамках актуализации и корректировки программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской области, которая была сделана в 2010 году, нужно ввести обязательно блок по малой распределенной энергетике и придать ей статус программы. Вот у меня все. Спасибо. Спасибо. Вопросы есть? Пожалуйста. Ну, такой вопрос. Значит, вот вы говорите все время о малой распределенной энергетике. У вас на секции обсуждалось вообще, что это за объекты, за энергообъекты могут быть? Там, например, какой единичной мощностью, кто, предположительно, может быть хозяин, да, такого объекта, то есть какая-то компания или это потребители? Потому что, ну, мы работаем все в нормативной базе, в текущей. И такого термина нет, да? Да, то есть как бы на данный момент станция больше 25 мегаватт работает исключительно на оптовый рынок, то есть на всю сеть, и как бы производить для самого себя там есть только совсем очень мало исключений, которыми пользуются, ну, в том числе алюминчики. А для всех остальных структур потребителей это может не пойти. Спасибо за такой вопрос. Действительно, мы сегодня все говорим именно о распределенной энергетике, такова тема нашей встречи. Однако вот здесь важный аспект, это ведь все это для в плане ценовой конкурентоспособности для области интересно прежде всего в том случае, если удастся решать задачу локального точечного удешевления электроэнергии для конкретной группы потребителей, то есть для решения конкретных социально-экономических задач развития и для создания приоритетных условий для размещения и развития имеющихся производств. Действительно, вот в этом-то и состоит главная проблема. То есть, ну, мы полагаем, что пока все, что есть, это возможности заключения двухсторонних договоров. И в рамках них просто хорошо бы взять в развитие таких объектов. Это средства, инвестиционные средства самих потребителей.
с тем, чтобы окупаемость к ним приходила как раз в виде удешевленной электроэнергии. Вот такую схему, мне, такая схема мне здесь видится как основная, особенно там, где речь идет именно о долгосрочных каких-то решениях. Вот, но барьер это 25 мегаватт, ну да, это сегодня так из нормативных документов, мы здесь не оговариваем чего-то другого, то есть распределенная энергетика это прежде всего энергетика, где расширяется субъектный состав участников, где потребитель это тоже скорее всего, инвестор и тем более владелец потом. Спасибо. Еще вопросы есть? Михаил Борисович, у меня вот две реплики. Первая по поводу целей. Мне показалось очень понятным и значимым в русле как раз работы секции цель. Первая только часть ее. Конкурентоспособность – одна из целей развития энергетики. Совершенно ясно, что если распределенная энергетика обеспечивать где-то конкурентоспособность, надо ей серьезно заниматься, потому что да. Это вопрос жизни и смерти не самой энергетики, а экономики какого-то промпредприятия. Вторая часть мне не очень понятна. Возможность конкурировать за ресурсы и развитие. Вообще после ресурсов бы поставить точку, все было бы ясно. Да? Возможность конкурировать за ресурсы. Словосочетание ресурса развития у вас не случайно? Или нет, случайно? Не случайно. Я имею в виду, что ну, ведь область характеризуется инвестиционным климатом, самой динамикой привлечения инвестиций. Инвестиции стекаются на территорию с более широкого ареала. И вот этот баланс, он как раз и есть теми самыми ресурсами развития. То есть ресурсы развития могут пониматься здесь этом. И как бюджетные ресурсы, участие территорий в программах, и как инвестиционные ресурсы, не государственные, и как иностранные инвестиции, и как, в конце концов, кадры в самых разных смыслах, в широком смысле. Понял, ну вроде бы я немножко понял. Второй у меня как бы вопрос на уточнение по энергетическим барьерам. Ну, я, для меня перекликается, скажем, энергетический барьер вот, с темой, когда-то я читал учение об энергетических порогах у Глеба Максимилиановича Крыжановского. Он говорил, человек освоил там открытый огонь и живет в каменном веке, освоил более высокие температуры, уже в бронзу перешел. Еще более высокий попал в железный век, да? Еще более высокий освоил технологии получить температуру, получил сталь там. И далее развитие материальной культуры идет в соответствии с освоением вот этих энергетических порогов. Видимо, в соответствии с этим или по аналогии можно говорить об энергетических барьерах, которые мешают развиваться. Я бы понимал так, это те барьеры, те моменты, обстоятельства, которые дает энергетика как тормоза, как да. Барьеры, мешающие развиваться экономике Свердловской области. И вот правильно ли понял, что если вот в этом залоге мы можем обсуждать энергетические барьеры, да, то один из моментов мне показался значимым, что любой инновационный проект, там топливные элементы, подземный ЭС, что угодно другое, там торф, любой объект, вы сказали не проект почему-то, а объект, ну пусть объект, сам по себе инновационный, он неэффективен. И эффективным может сделать только серия, масштабное серийное производство. Да, об этом и речь. Но тогда получается проблема-то в том, что ну ведь по топливным элементам, я понимаю, засылали запрос к Чубайсу. Он сказал, а где рынок, где спрос? Рыночный подход, спроса большого нету, большой серии не будет, не дадим 25 миллиардов на завод по топливным элементам. Все встали, да? То есть нужен либо большой спрос, серийное производство тогда вытянет новую инновационную технологию, ну, любую, которая может как бы конкурировать дальше. Но если спроса нету, может быть, должен быть заказ. Да. То есть мы упираемся, видимо, вот в создание искусственного спроса с помощью государства. Да. Вот об этом речь была, об да? Об этом речь. Потому что ведь это и нормально, что текущий рыночный спрос не содержит какой-то большой технологической компоненты. То есть он предъявляет спрос на то, что известно, что освоено. Ну да, он сиюминутный, он в будущее не смотрит. И особенно это характерно вот для нашей ситуации. Ведь у нас по существу монопродукт. Мы говорим об энергии как о продукте. А
путь к этой энергии разный, и в том числе известный. И какие-то альтернативные пути к этой энергии, они, естественно, не имеют спроса вот, как компонента в текущем рыночном спросе. То есть будущий спрос — это как раз и есть, видимо, госзаказ. Вот я конечно понял, что мысль в этом, что для развития энергетики, в том числе инновационных технологий энергетических, не, конечно, не только энергетических, нужно что-то типа госзаказа, да? Конечно. Какое-то обоснование. Это в чистом виде развития. То есть это не та инноватика, которая, вот, допустим, вот, два конкурента есть, и один из них нашел что-то, что удешевляет производство. Вот это рыночная ситуация. Здесь такого нет. Я понял, спасибо. Угу. Спасибо. Так, ну последний доклад у нас, доклад секции номер 6, экспертное сообщество энергетиков и возможности развития энергетики Свердловской области. Докладчик у нас Павел Павлович Бадьин, президент Уральского отделения Международной академии экологической безопасности и природопользования. Спасибо. Ну, немножко сейчас добавлю по ПТС, та информация, которую мы еще не озвучивали. Те цифры, которые сегодня Петров Арнест Леонидович вам привел, когда мы разрабатывали программу в 2005 году, то оказалось, что вот это судовые технологии, то есть предприятия, которые выпускают ядерные энергетические комплексы, они идут на оборонный заказ. Оборонные заказы, вы знаете, что периодически снимаются. И вот в то время мы нашли три реактора КН-3 на Николаевском заводе. И директор нам по телефону сообщил, что я продам вам по цене металлолома. Ну, вот условно. То есть преимущество вот малой атомной энергетики в том, что имеется, будем говорить, оборудование или часть оборудования. И шахты, если используются, которые подземные, то есть мы на ПТС-Кушу, когда работали, то экономится 30% капитальных вложений. То есть вот преимущество еще в этом. Мне хотелось бы сегодня поблагодарить членов секции, экспертное сообщество энергетиков и возможности развития энергетики Свердловской области. Мы заслушали два сообщения. Первое – это о необходимости системно-целевого подхода к проектированию и созданию социальных организаций, находящихся в проблемном поле, на примере проектирования экспертного сообщества нового типа для энергетики Свердловской области Кривопольцев Владимир Ильич, и проект положения об экспертном совете при Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. Пожалуйста, следующий слайд. Миссия наша такая – способствовать функционированию и развитию энергетики Свердловской области, исходя из стратегии развития ТЭК Свердловской области, путем гармонизации коренных интересов различных групп субъектов социального взаимодействия, государства, общества и бизнеса. Следующий слайд. Цели: содействие ускоренному развитию распределенной энергетики, создание коммуникативного пространства для своевременного выявления, учета, минимизации и профилактики возможных конфликтов интересов различных групп субъектов развития и функционирования энергетики региона. Следующее: создание организационных форм для объединения экспертных групп, советов, объединений. И четвертое – это аккумулирование существующих и разработка новых методик, оптимизирующих экспертную деятельность. Дальше, пожалуйста. Проблемы. Проблемы – это экологические, энергоэффективность и социальные, которые сегодня у нас есть. Пожалуйста, следующее, которые озвучивали сегодня на конференции. Этапы. Подготовительные. Создание рабочей группы по разработке концепции экспертного сообщества при Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области и технического задания – на КМД-процедуру. Второе. Организации проведения процедур согласования, принятия и утверждения концепции субъектами функционирования и развития энергетики Свердловской области. Третье. Принятие и утверждение концепции. Четвертое. Разработка нормативных актов и регламентов на основе утвержденной концепции. И последнее. Создание рабочей группы по реализации проекта. Пожалуйста, следующий. Спасибо за внимание. А предложение у нас следующее в проект решения: Министерству энергетики и ЖКХ рассмотреть необходимость создания экспертного сообщества при министерстве. Спасибо. Спасибо, Павел Павлович. А есть ли вопросы по этому докладу? Пожалуйста, микрофон возьмите, пожалуйста. Микрофон передайте. Виктор Николаевич. На каких основаниях? На каких основаниях? Министерство, очевидно, будет подбирать. Спасибо. Оно для себя вопросов будет. Вопросов нет. Непонятно.
Министерство не знает, как подбирать экспертов. Мы знаем, что без них никуда. Но а как их будем подбирать, так мы говорить, не знаем. Есть инициативная группа и, соответственно, инициативная... То есть они там, и вот эти вот люди и должны дать, наверное, и вот ответ на этот вопрос Виктора Николаевича, да? Свои предложения. Это будет, пожалуйста, более правильно. Да, обращайтесь. Да, угу. Пожалуйста. Спасибо. Еще вопросы есть? Спасибо, Павел Павлович. А еще вопрос, извините, еще вопрос. Пожалуйста, дайте микрофон. Извиняюсь, конечно, за наглость, второй вопрос. Но вот специально ждал заключения всех докладов по всем секциям. И вот меня все-таки заинтересовало, почему как-то вроде бы во всех секциях, в трех как минимум, то есть проблемы развития традиционной энергетики, нетрадиционной, а также просто новые технологии в развитии энергетики, была в прямом виде затронута тема подземных атомных электростанций. В остальных трех секциях эта тема была затронута, может быть, косвенно или еще как-то, но везде она была затронута. Но как-то вот я так услышал, что почему-то, допустим, идею о помещении подземной атомной станции под Екатеринбургом была высмеяна. То есть вот мне вот что интересно, допустим, ведь можно было бы соединить, как вы сказали, да, это была, может быть, шутка, но в этой шутке ведь и доля в правде. Допустим, систему метро, которая помогла бы развить инфраструктуру города, то есть систему метро, как в Москве, которая покрывает, в общем-то, большую часть города. И при этом внутри этого метро, между станциями, допустим, то есть уже на подготовленной базе, уже закопанная, можно было бы установить эти станции. Это позволяет, во-первых, разнести станции по территории города, соответственно, разгрузить перетоки мощности внутри города. Потом это позволяет создать с другой стороны довольно мощные блоки, экономичные, с высоким КПД, которые будут обслуживаться грамотным персоналом, потому что вот в случае распределенной энергетики ведь непонятно, кто это будет все обслуживать, всю эту кучу электростанций. И, допустим, также еще интересует меня вопрос о том, что при использовании этих подземных электростанций можно ведь развиваться в дальнейшем в сторону возобновляемого источника энергии, называемого геотермальной энергией. У нас уже, опять же, в этом случае прокопана на некоторую глубину в землю территория, то есть уже сделаны заготовки под этот источник возобновляемой энергии. Почему бы тоже этим не заниматься совсем в дальнейшем, как перспектива? И вот учитывая, что кто-то называл, что экономичность ПАЭС может даже превышать паротурбинные станции, газотурбинные в случае, допустим, база. То есть вот я не понял, почему как-то так высмеивается вот эта идея подземных атомных электростанций, хотя, с другой стороны, она затронута во всех секциях. Можно я отвечу? Значит, есть требование МАГАТЭ о том, что подземная атомная станция должна располагаться не менее чем 2 километра от населенного пункта. Это не с точки зрения, может быть, какой-то безопасности еще дополнительно, поскольку там высокая степень безопасности. Но вот такие требования МАГАТЭ выставляет. И вот та, которую мы работу сделали по Кушве и выбрали конкретную уже, значит, будем говорить, шахту, вот она расположена в 2 километрах. То есть требование обязательно нужно, чтобы она была за пределами города. А по какой причине? Потому что в первом вот докладе, по-моему, в первом или во втором было показано, что, ну, может быть, это только в теории, да, но теоретически она, подземная электростанция, защищена буквально почти от всех воздействий. Совершенно правильно, да. То есть там не работает ни одного человека под землей. Конкретно по ПТС Кушва это 120 человек работают на станции. Они вырабатывают электроэнергии на 2 миллиарда рублей. Это 300 миллионов рублей получается дополнительно в бюджет налоговой, муниципальному образованию и так далее. Но требование такое, вот МАГАТЭ, когда этот вопрос обсуждался, это ведь не первый проект, будем так говорить. В общем-то, с этим предложением еще при Черномырдине выходил Петров Эрнест Леонидович, значит, покойный ныне. Он руководил вот этой ПТС Кушва, этой разработкой совместно со мной. Вот. И тогда, значит, Черномырдин, поскольку это конкурировало, будем говорить, с определенной степенью с газом, отложил эту работу, как говорится. А когда мы рассматривали на международной конференции год спустя после утверждения Киотского протокола, то вели заседание
значит, «Газпром», и когда я выступил, мне задали вопрос, мы готовы финансировать вашу разработку. Я, значит, улыбнулся, говорю, так а вроде мы соперники, нам нужен газ на экспорт, а внутри мы должны сокращать, он дешевый газ, на экспорт дорогой. Требования МАГАТЭ есть, 2 километра, поэтому нельзя. Спасибо. Вас Сергей зовут, да? Да. Спасибо за вот эти две реплики, которая была у нас в секции и которая сейчас прозвучала. У меня есть вот такое отношение к этому. Это очень важный момент, мне кажется, там, почему высмеивают. Я для себя, вот, после того, как это обсуждалось, понял ответ, возможный, на вопрос, который задавал Виктор Николаевич. Кто должен входить в состав экспертных групп, которые должны разрабатывать новое? На мой взгляд, должны в две категории людей. Первые, которые не боятся, что их будут осмеивать, когда будут выдвигать дерзкие, смелые идеи, которые могут казаться очень продуктивными, но на первый взгляд кажутся бредовыми. Вот такие люди должны входить. А другая категория – это люди, которые должны быть принципиальными скептиками, которые не должны верить на слово и должны прилагать весь свой профессионализм, чтобы не пропустить, скажем так, опасных идей, недостаточно осмысленных, недостаточно проверенных и просчитанных. Мне кажется, что это будет правильно, поэтому приглашаю в экспертную группу. Спасибо. Уважаемые коллеги, наш регламент исчерпан, мы закончили нашу работу. Мне кажется, что дискуссии были очень интересные, жаль, что не удается побывать на всех секциях сразу, но видно, что работа была. Хотелось бы, чтобы эти материалы не пропали даром. И вот здесь нам показали уже книжечку. Вот эта вот книжка оформлена по материалам предыдущей конференции. Я надеюсь, что авторы докладов, сообщений, вот одной секции их было аж 7, по-моему, или 6, 7, да? Вот. А хорошо, чтобы эти авторы свои материалы оформили с тем, чтобы мы могли потом вернуться и внимательно прочитать аргументы, может быть, где-то дополнить. Вот я вспомнил, скажем, ПГУ, ГТУ, ПС, а почему ПСУ? Вариант не рассматривать для богословки, когда он самый первый был, да? Вот такие редакционные вещи тоже необходимы. Это, может, самый лучший вариант. Он совершенно отработанный, а он сегодня как бы их проигнорировал. Ну, это неправильно, если уж мы об этом говорим. Да, такие замечания, мне кажется, есть кому это, скажем так, поправить. Я думаю, что мы могли бы выложить такие материалы, доклады, все, которые сегодня прозвучали, в открытый доступ, либо на сайте министерства, либо со ссылкой на сайт вот, группы «Навигация», с тем, чтобы их внимательно откорректировать, чтобы добротные были материалы, доклады, и после этого также опубликовать. Ну и, соответственно, все рекомендации, которые здесь даны, я думаю, мы редакционной группой, включая докладчиков и руководителей секций, попробуем отредактировать, оформить тоже и оформить тогда, видимо, где-то несколько позже проект решения конференции, такой сборный должен быть, да, и оформим мы тоже и издадим здесь и предложим руководству Министерства энергетики. Спасибо всем большое. Да, до новых встреч. Я надеюсь, что мы будем работать в составе еще экспертных групп разных, в том числе по корректировке наших стратегических документов, о которых сегодня здесь говорилось. Поэтому до новых встреч. Спасибо, до свидания.